Благовествуйте спасенье, Церковь Божья, людям мира, что сознательно грешат, тем, которые твердят, что верят в Бога, а дела их об обратном говорят. Но и сами будьте светом в этом мире, чтоб Господне имя славилось через вас. Покажите жизнью то, что вы святые, чтоб через вашу жизнь еще Бог многих спас. Братья, сестры, вы о Господе Иисусе не стыдитесь всем и всюду говорить. Пусть же Бог вам силу даст Святого Духа, чтоб вам смело весть благую доносить. Пусть Господь возьмет в удел, друзья, нас с вами, вложит слово свое пусть в наши уста, чтоб от Господа мы с вами вразумляли тех людей, кто не познал еще Христа. И за тех, кто нас, услышав, спасет душу, тех, кто искренно раскается в грехах, нас награда ждет от Господа Иисуса и жизнь вечная в раю на небесах.